Сейчас, подожди, сейчас я это найду, куда мне все. Так, где это все? А, вот. Все, запись пошла, видео. Давай. Оп. Оп. Чик. Чик. Ух ты, туда пролез. Немножко так прошлись по дорожке. Вот, ребята, раньше была смолокурня. Здесь гнали деготь. Вот из такой трубы вытекал. Что-то нету в этот раз груздей здесь. А так вот груздевое место. Вот еще одна. А? Да-да-да, я просто снимаю. О, видите, теперь какая-то животина тут, наверное, живет, как вас используют. Так, раньше там закладывались в яме в большой дрова. Все. Чего? Блохи эти достали уже. Забор или что от него осталось, чтобы скотина не ходила вон на то болото. Или наоборот, с этого болота не ходила на поля. С той стороны было поле. Это старая дорожка, там новая дорожка. И вот там вон новая дорога идет. И вот тут был забор. Вот такой. Что от него осталось? А так вот тут ходим. Пытаемся найти грибов. Немножко. Мы опять идем пешком. Заходим в деревню Федосовскую. Это так называемое верховье Нелинги. Там вот раньше были бани. Там канава такая есть. И там было несколько банек. Вот. Вот мы уже как бы типа заходим в деревню. Вот дом был, наверное, самый первый, не знаю. Может, там какой еще дом был. Наверное, может, там еще дом стоял. Без понятия. Ну, вот тут дом. Точно остатки остались. Пусть кто-то там покопается в архивах, найдет расположение домов. Ну вот тут вот дом был. Тут был дом. Потом дальше. Вот видите, еще один дом. Он у меня на старой хронике есть целый. Сейчас он уже распилен. Остались только уголок и стенка. Вот этот дом пятнал Сашка. Звали почему-то Валич, не знаю, может быть, потому что у него жена Валентина, не знаю, или Валя. Вот, он его распятнал, думал отсюда увезти, но не сложилось, не увез. Все разваливается. Вот этот дом я тоже не знаю чей, но он тут как ориентир. Все малиной заросло. Черемуха. Цвело много, а ягод что-то нету. Тоже, в принципе, хороший был дом. Вот тут дом стоял, судя по тому, что здесь малинник, блин, такой растет. Ну, его просто, наверное, увезли, перевезли всему дом, потому что остова нету. Там есть амбарчик еще стоит. Я его вам показывал с хитрым замком. Да. Вот горка.
Может, из-за этого и называлась горка деревня. Вот это самый последний дом Федосовский. Ну что-то как-то вот толщина этих бревен говорит мне о том, что не шибко богатые тут люди были. Либо наоборот, богатые и так вот вырубали, блин, это самое, выделывали, да? Впиливали. Собрано как конструктор. Тоже он красный угол еще стоит. Ну что этот материал? Либо на дрова, либо застилать, делать мосты. Все. Дальше у нас уходит дорога в лес. Вот грибочки.